Бусидо. Путь воина. Марк Сильвер выйдет на ринг против Казуши Сакураба. Вызывает из раздевалки Казуши Сакураба. Интервью Казуши Сакураба до начала поединка, где он говорит, что будет, наверное, сильно нервничать, по крайней мере, так предполагал. Но на самом деле он настроен очень дружелюбно. Надеется, что сегодня удастся сделать то, чего он так упорно добивался тренировками. Сегодняшний соперник сильно превосходит Сакурабу в весе и силе, поэтому он будет, естественно, стараться не дать схватить себя руками. Он постарается держаться на расстоянии, больше работать ногами. Ну и, естественно, рассчитывает на победу. Вот он какой, Казуши Сакураба. Но это уже... Сильвер, Марк Сильвер из США. Он говорит, я плохо знаю своего соперника, бился с ним только один раз. Его называют очень резким и агрессивным, но всем известно, что стиль, который практикуется в UWF, ну, мягко говоря, далеко не самый нежный. Мелкие бойцы выходят на ринг против Верзил и побеждают. Ну и, естественно, наоборот. Так что я буду проводить этот матч, как и все остальные. Думаю, я сделал какие-то успехи. В последнее время я очень много тренируюсь. Несмотря на травму колена, у меня получается драться все лучше и лучше. Так что я в полном порядке и готов к бою, говорит Марк Сильвер. Сильвер совершенно очевидно в красном углу, Сакураба в синем. Вот он, Казуши Сакураба, представитель Японии, ему 24 года. Он, кстати говоря, новобранец в рядах UWF. У него сил некуда девать, как говорится, довольно-таки сильный удар. Последний бой он провел против Марка Сильвера и проиграл. Всего у него на счету 2 боя в Бусидо и, естественно, 2 поражения. Публика, в принципе, верит, что он рано или поздно должен начать побеждать. Посмотрим, что будет сегодня. Но это уже Марк Сильвер. Ему 23 года, тоже молодой атлет из США. В прошлом, кстати говоря, борец, как и основная масса американцев. Про наших даже и не говорю. 10 боев он провел, всего-навсего 1 победа и 6 поражений у него в активе и, соответственно, в пассиве. В последнем бою он уступил Гарри Олбрайту, ну а победа это единственная как раз над Сакурабой. Смотрим, как начинается бой. Вот происходит то, чего так опасался Сакураба. Он подпустил такие Сильвера к себе поближе. Как не старался избежать этого. Все-таки клинч с борцом штука рискованная. Вот сейчас будем смотреть. Да, конечно, Сильвер будет бросать. Получается у него это. Пусть не столь эффектно, а как делают его коллеги, партнеры, но не, я думаю, не менее эффективно. Для Сакурабы, кстати, если рассуждать логически, это самый натуральный матч-реванш, поскольку предыдущий бой Сильвер он проиграл. Ну и Сильвер как будто бы тот бой не заканчивал, который выиграл против Сакурабы. Он продолжает активно атаковать, ломать своего соперника. Наконец-то Сакураба прекращает этот отрезок.
касанием канатов. Ох, как сейчас промахнулся с ударом Сильвер. Два очка преимущества у Сильвера. Я думаю, что, конечно же, Сакурабе нечего ловить в этом бою. Все-таки и опыт, равно как опыт выступления Бусидо, так и опыт во время спортивной карьеры у Сильвера значительно превышает опыт Сакурабы. Вес и рост этих двух атлетов даже не обсуждаем. Ни один удар у Сакурабы пока не дошел до цели. Вот что-то начало получаться. Правильно делает Сильвер, конечно. Ему надо наваливаться на соперника и просто-напросто давить, превращая того в блин. Вот сейчас я представляю у Сакурабы такие ощущения, как будто бы он находится под гидравлическим прессом. И чтобы окончательно не быть раздавленным, канаты, конечно же. Еще один балл теряет Казуще Сакураба. И мало того, Сильвер же еще и атакует. Атакует, кстати, ударами ног и рук. И это помимо того, что имеет явное преимущество в борьбе на ковре, на ринге. Он еще и неплохо работает ногами. Все-таки вот эти несколько месяцев тренировок в Японии, конечно, сильно изменили технику Сильвера. Интересно, на что сейчас рассчитывает японец? Вот не очень-то мне понятно. Конечно, вот в такие моменты оба соперника больше, наверное, не отдыхают, а просчитывают варианты дальнейшего развития событий, дальнейших ходов. 14-12. Немножечко размочил счет Сакураба. Вот вы посмотрите, очень показательный сейчас был момент. Сакураба пытался пробить защиту Сильвера, а Сильвер разок ударил. Вот что из этого получилось. Ну, интересно, дотянется Сакураба до канада? Или сломает ему ноги все-таки? Дотянулся. Не удалось сейчас Сильверу провести хорошую атаку. Но, конечно, вы посмотрите на этого маленького японца. Сейчас еще раз Сильвер устроит ему райскую жизнь. Ой-ой-ой! Ох, ну вы слышали все сами. Ну вот и логическое завершение. Даже каких-то эмоций нет. А если бы сейчас Сильвер бросил его на колено, то все, прощай, позвоночник. Но Сильвер великодушен, конечно же. Марк Сильвер победил без особых каких-то проблем. Сложно даже предположить, что он очень сильно устал.